Привет, как бодрость духа? Что? Как ты давно уже участвуешь в этом фестивале? Второй раз. Второй раз, но я помню тебя в прошлом году. Отлично. А ты хотела бы сама попасть в Бразилию? Да, очень. Ты не хотела, ну, есть планы, да, на будущее? Возможно, я не планировала точно. Полина, молодец. Вообще исполняет. Передай нашим зрителям что-нибудь. Невероятно, она уже была в Москве 10 лет назад. И она думала, что будет очень холодно, но сейчас это просто замечательная погода. Вообще кайфово, да? Супер. Вы сами были в Бразилии? Приходилось когда-нибудь? Да. Какие личные впечатления вообще? Фестиваль существует уже несколько лет. Это основное событие в мире самбо московское. Да, на карнавале где-то, допустим, в Бразилии? Пока нет. Юля, здравствуйте. Пару слов. Как фестиваль? Это ежегодный карнавал. Да. Перестает всех радовать. И все желаем хорошего настроения. И отлично. Будет отличный концерт. Так, ребята, ну вот увидели даже знакомую одну девушку, она тоже непосредственно принимает участие в этом фестивале. Так что будем пытаться поймать момент, красивые кадры. Паровозик. Поехали. Они там все по-другому сделали. Так, в общем-то, видимо, сейчас начало карнавала, вот только начало шествия. Вот, началось традиционно, это в Москве проводится с 2014 года. При поддержке посольства Бразилии, в парке Горького, помню, проходил в 16 году, в 17-м, в 18-м проходил в Измайловском парке, что, собственно говоря, мы сейчас и наблюдаем. Надо потанцовывать, девчонки, зажигательные ритмы, Бразилия. Нам надо вот такие ходули. Ходули нужны, да? Без них как-нибудь. Ждемся, ребята! Что вы думаете об этом фестивале? Что вы думаете об этом фестивале? Классно же. Классно. Вот первый раз, первый год. Вот, тут видно, тут человечек такой. В прошлом году был мячик футбольный в честь чемпионата мира. А в этом году какой-то у нас подстаканник, я так понимаю. Ладно, человек, а что вы это такое? Что это означает, вот этот подстаканник? Ладно. Зажигай, молодцы, девчонки, хорошо. Вот таких. Здравствуйте. Вы из Бразилии? Бразилия. Отлично. А откуда, с какого города? Ну, Фаргусу. Вау. Это Сан-Паулу. У вас там, вау, Сан-Паулу слышал. У вас же там это прям более масштабно проходит, насколько мне известно, да? Tudo bem, que ele fala que carnaval acontece no Brasil, no São Paulo, no Rio. Сколько человек участвует? Bahia. Сколько pessoas participaram? Миллионы. Миллионы, да? Muitos. Понятно. Народ пошел. Майя, здравствуйте! Как ваша? Вы уже, по-моему, четвертый год подряд проводите, да? Или больше? Седьмой. Седьмой раз? О, ничего себе! Привет, Юля, еще раз.
Отлично. Здравствуйте, девчонки, в прошлом году, кажется, виделись. Здравствуйте. Знакомые лица. Вот так вот и танцуем. Молодцы, зажигательно. Вам не жарко пока еще? Нам супер, мы только разогреваемся. Как вы? Бразильские женщины. Да? Конечно. А сами были когда-нибудь в Бразилии? Бразилия здесь. В сердце, да? Прямо в сердце. Понятно. Давайте, удачи. О, Япония. Вы из Японии? Отлично. Приветствую. Девчонки такие красавицы. Опа. К этому бразильскому танцу. Вы уже вы первый раз? Вы первый раз? Нет? Молодцы. О, здравствуй. Как поживаешь? Отлично. Как ощущения? Ребята, зажигательные танцы, что дети не выдерживают и начинают тоже потанцовывать. Ну, а это, можно сказать, сердце этого шествия, это, конечно же, барабанщики на таких вот уникальных инструментах. Привет. Привет, как бодрость духа? Что? Как ты давно уже участвуешь в этом фестивале? Второй раз, но я помню тебя в прошлом году. Отлично. А ты хотела бы сама попасть в Бразилию? Да, очень. Ты не хотел, ну, есть планы, да, на будущее? Возможно, я не планировала точно. Ага. Да. А что нужно для этого сделать? У тебя все данные уже есть, как бы. Не знаю, сюда... билет купить и поехать. Да. Ты хочешь в Рио-де-Жанейро или Сан-Пауло? Не знаю. Пока не определилось? Нет. Молодцы, девчонки, хорошо зажигаете, вообще спасибо. Красиво. Спасибо. Отлично.
Вы еще пока не устали? Немного есть. Уже есть, да? Такие зажигательные ритмы, да? Да, но виду не покажет. Сколько, как долго тренировались вообще? Несколько лет. Да ладно? А да. Я слышал, там буквально за несколько можно азы получить, там за несколько раз буквально. Нет, несколько раз нельзя. Ну, там 3-4 урока и все. Это очень сложно. Сложно, да? А, это такие вот движения, да, это сложно. Понятно, все, спасибо. Особенно для неподготовленного человека. То есть неподготовленный сюда попасть нереально? Ну, тщательная подготовка, репетиция раз в 10. Конечно, обязательно. Я, спасибо. Сегодня мы пытаемся разобраться, как к чему и вообще откуда девушки. Здравствуйте, девчонки. У вас вот такие красивые танцы получаются. А сами откуда? Не из Бразилии? Душой, да, именно оттуда. А, душой оттуда. А где сами? С какого города? Из Москвы. А, я просто слышал, тут много с разных городов приезжают людей. Нет, нет. Вас много. Да. Все разные, все оттуда. Это тоже начинается. Вам будет прям хорошо. Вам не хватает этого, я понимаю вас. Вот она, самый главный хореограф этого бразильского танца. Она как раз все еще нас обучает, правильно? Майя, как ее? Вас, Майя, да, Майя? Эджбаня. А, Эджбаня. Эджбаня. Вы хореограф, да, получается? Нет, я хореограф своей девушки. А. Но есть и главный хореограф. А, еще да, выше всех, да? Понятно, да. Спасибо. Какое настроение? Какое создают настроение наши московской суровой погоде? Я надеюсь, у меня не сядет батарейка. А где королева? Королева где? Вы королева? Там? А. Там стремится королева еще выиграть. Там охрана мощная, не подойти? Вы королева у нас? Нет, королева за нами. А где она? В центре, в синем. Вот здесь принцесса. А, и... понятно. Это у нас, по-моему, королева, насколько я понимаю, правильно? Да, как у вас ваши ощущения вообще? Вы такое почетное место занимаете. Отлично, энергетика супер. Вы сами были в Бразилии, приходилось когда-нибудь? Да. А какие личные впечатления вообще сравнить с нашим московским фестивалем и тамошним? Естественно, там, наверное, как-то более это масштабно проходит. Ну, конечно. Миллион, да, там, по-моему, участников, да? Ну, несколько сотен тысяч, насколько я знаю. Ну да, более профессионально. Я смотрю, каждый год Стива тоже набирает популярность. Конечно, уже 4-й год. Да, 14-го. Да. А где ваш вот главный хореограф? А, каждый год у нас разный хореограф. В этом году у нас Майяра. А это Майяра, да? А, вот Майяра. Да. А это Майяра, ой, вот. Майяра, это вот. Это я. Скажите, как ей наша погода московская? Я не знаю, что это такое. Все, спасибо. Это вы на португальском, да? Португальский. А, во. Йоу. Говорим португальский. Португальский. Понятно. Откуда вы знаете язык хорошо? Я его сама выучила. Да? Да, а просто что? Вот общаюсь как бы с девочками. А, вот, чисто вы уже участие принимаете года 4, как минимум, ну, да? Ну, танцую самбу, да. А, в этом году, в 19-м, я дефилировала на карнавале, была одной из 8 выбранных со всего мира девочек, которые могли участвовать в карнавале по конкурсу. Именно там? В Бразилии, в Рио. А, вы даже в Бразилии были? Не конечно, это не первый раз, когда я там. А Сан-Паулу? Как Сан-Паулу? А, Сан-Паулу не была, только в Рио. Только в Рио? Да. Ну как вообще, разница чувствуется? Разница конечно, там разница здесь. Чувствуется. Там миллионы, да, людей? А, там миллионы людей, там, ну, как бы другой мир, другой континент, другие люди, но они все очень теплые, приятные. Приветливая всегда. Да, это я заметил. Это я заметил по чемпионату мира, который проходил у нас в прошлом году в Москве. Очень много с бразильцами общался. Ну, через переводчик, естественно. У меня так это возникает барьер, как говорится, языковой. Даже сам не знаю языка. Ну, они действительно очень приветливые, великодушные. В любой ситуации могут найти выход в помощь. И вообще, в принципе, это я прямо заметил, да, заметил. Шикарные. Они на самом деле на позитиве. Открытые, да. Ну, иначе бы они не танцевали самбо. Да, это точно так раскрепощает.
Но у них это как-то там вообще, я насколько знаю, там даже доходят там, как Содом и Гоморра, там даже некоторые говорят. Ну да. Ой, и да, и нет, разврат, конечно. Разврат полный. У нас по сравнению это все в рамках приличия проходит пока. Давайте, удачи. Спасибо. Вот хореограф у нас оказывается. Тренировались? Года 4. Офигеть. Я думал, там за 2 недели уже можно так, нет? А, можно чуть-чуть. Попробовать чисто символично. Азы, я не да, окей. Буду иметь в виду. Детишки тоже участвуют. Маленькие детишки, молодцы. Смотри, у нас ноги под. Нравится здесь? А что они поют вообще? Вот, можете перевести? Они поют на русском, на самом деле. Что это? Это слова писки. На русском. Они на португальском. А это перевод? Это перевод. А, это эту песню надо учить, короче, да? Да. А, вот так вот, да. И можно подпевать. Ой, блин, шикарно. Спасибо. Вот, девчонки, да, молодцы, молодцы. Переведите, что поют. Ну, чисто там, все будет хорошо, все будет все офигенно. Будет все будет офигенно, непременно. Да, здравствуйте, здравствуйте. О, от Павла Давидика, ну, более-менее всех снял. Рисуру снимать? Мама. А, это ваш, по-моему, вас в прошлом году или за прошлым, по-моему, участвовали, принимали, я да? Я принимала в прошлом году. В прошлом, да? Да. А, ну как вам вообще? Развивается это направление? Развивается. Больше участников становится. Я заметил, да, барабанщиков уже где-то 100 с чем-то, наверное, да? Конечно, у нас проходит мастер-класс. И девушек больше. И девушек. Приобщаем большее количество людей к этому замечательному празднику. То есть еще чуть-чуть, и у нас будет прям грандиозное шоу, как там, Рио де Жанейро. Да, давайте, удачи. Спасибо, всего хорошего вечера. Ну вот так вот, короче, ребята, мы ходим, мы тут потеряли друг друга, блин, уже ходим в этом бразильском карнавале, тут уже почти больше часа это проходит, шествие. Но будет проходить, говорят, до 11 часов. Вот и Юля появилась сзади на заднем фоне. А мы тебя смотрим. Да ты забыли, брат. Не забываем эмоции зажигательные. Не зря в Бразилии, в Латинской Америке, в принципе, все люди очень улыбающиеся. Этого в России, кстати, очень не хватает, потому что они заряжаются этой энергетикой, энергетикой танца. We'll be right back.